Так, ну что ж, всем огромный привет еще раз. Хвост сейчас ответит на пару наших вопросов. У меня, как всегда, залагал Skype. Набираем хвосту. Алле. Да, алло. Привет, Хвост. Привет. Как настроение? Отличное. Отличное. Ну, расскажи нам что-нибудь про игры. Как тебе Dignitas? О, как тебе Team Liquid, новый состав? Молодцы. Как тебе Койква? Ну, на самом деле, какое-то странное впечатление от матча. Все началось с первой игры, где достаточно пассивны были Na'Vi, что, ну, бывает достаточно редко. Но, тем не менее, Liquid ничего не смогли вам противопоставить. И вроде во второй игре все было окей, и играли на европейском сервере. Но вот... У меня был пинг 170, я не знаю, на чем мы там играли. То есть у тебя... Может, это мой интернет, конечно, но... Сам факт того, что все три игры я играл на какой-то хрени. А, то есть у тебя вообще во всех трех играх было. Ну вот, да. Да, поэтому тебе, наверное, вопрос о том, насколько сильно чувствуется то, что играешь на американском сервере или на европейском. Что за... бессмысленно. Да. Потому что у тебя был пинг. Идиотская вообще, идиотский вопрос, опять же. 350 уже вот на протяжении полутора лет. И мы, и другие европейские команды все время говорят о том, что типа нет смысла играть на американских хостах и создавать турниры с участием американцев, или же играть их на европейском хосте, то есть хотят они присоединяться к нам и играть без проблем, не хотят, пусть сосут рот. Вот, собственно, вся позиция. Ну, это проблема всех онлайн-турниров была, кстати. Каких всех? Сделайте турнир по Европе, турнир по Америке, финал на лане, без проблем. Кто победил, тот молодец. На лане выиграют, пусть радуют, значит, они сильнейшие. Тут это все полная хрень. Ты даже не из-за того, что ты лагаешь, проигрываешь. Тебя начинает бесить все, что угодно. Вот все. Ты начинаешь ссориться друг с другом, потому что, ну, просто вот что-то не идет. И на что ты будешь смещать? Ну, да, там то и все. Играешь все на Европе, ты проигрываешь, ты понимаешь, что ты лох, раз ты проигрываешь. Вот и все, вся политика. В общем, весь пинг испортил всю мораль и ты всю игру. Уже подходишь к матчу без настроения. Не то, что без настроения, ты не думаешь, ты ни хрена не делаешь. Ты стоишь, как, не знаю. Если враги полные идиоты, тогда ты выиграешь. Если нет, тогда они тебе вообще все, что хочешь, предъявят, ты ничего не сможешь противопоставить. Ну, в принципе, это, наверное, была главная причина. По поводу пика, ну, если уж такой большой пинг, так неудобно играть. Можно ли как-то построить свой драфт? Ну, я не знаю, ну, инвокер. Можно. Инвокер. А у нас был спор, Пупей сказал, что мы с инвокером не выиграем, Дэнди сказал, давай пикнем. Ну, Пупей перенервничал, ну, не перенервничал, решил пикнуть его вторым пиком, ну, и, собственно говоря, после этого уже никто не играл. Ну, это весьма был странный мув, потому что второй пик, инвокер, да еще и на американском сервере. Опять же, я тебе говорю, вторая игра, пусть даже мы играем на европейском хосте, после первой, которая была долгая, в которой тоже кучу всякого фида было, но они просто беспомощные, они стояли и фармили с вайпером со своим, ну, пусть фармят. И да, все. Это... Все на нервах, все нормально, не могут рассуждать. И вот к чему приводит. Третья игра, даже вторая игра, типа куда идем, что делаем, никто ничего не говорит, то есть никто, даже друг с другом мы не советуемся, ну типа будь что будет. Мне еще было более-менее весело, потому что у меня блинк, я могу побегать сам по себе, ну и то я фижу, а у них и того нету, они должны бегать вместе, я этого сделать не могу. Окей, ну и по предматчевой подготовке, вы недавно выиграли LAN, мои поздравления, очень для вас важный. Ну, в принципе, после таких ланов, после таких значимых побед, и наверняка до этого была значимых подготовка. Побед. Ну, а хочешь сказать, это была незначимая победа? Ну, приятно было выиграть Альянс после того, как все говорят, что непобедимы. А остальное... Да, в любом случае не Альянс, но просто выиграть Star Ladder, это всегда круто, мне кажется. Я не выиграл ни одного, мне... А я не проиграл ни одного. Вот. Вся разница. В общем... После таких турниров, ну, мне кажется, нужна какая-то пауза, а мир Доты таков, что буквально там у Альянсов вчера вот прямо сразу, грубо говоря, после этих матчей важнейших, они приехали домой и сразу играли. Как вообще на такие матчи удается собраться? Не ну, тяжело, это обычно всегда проигрыш, потому что все приехали, все еще там где-то витают в облаках, то есть как бы стратегии за 5 дней меняются кардинально. То есть вот это то, что LAN проходит, LAN играет все стабильным. Идет онлайн, те пикают, что хотят, ну, то есть у каждого какие-то свои стратегии, те перестроиться кардинально сложно. И то, что тебе казалось легко сделать в том, на том LAN-турнире, тут это будет практически невозможно.
Вот. Ну, опять же, там у нас по драфту все было. Ну, что за два ферстпика? Нага и Инвокер. Это наши герои? Ты хоть раз видел, чтобы мы Нага или Инвокером играли? Ну, нет. Нага и видел, Инвокером нет. Где? Когда ты видел, чтобы мы играли Нагой? Ну, что-то было, по-моему. Ну, давай, но когда? В 2008? Тебе виднее, тебе виднее. 9-м? Ну, у Курока вот разве вас не шпилил на Наге? Когда? Полгода назад? Ну, до International было что-то. А, до International? Да. До первого? Может быть. Для первого ее не было в пуле. А, окей, что-то еще хотел спросить. Давай. Все, это Нага. А, Elder Titan. Elder Titan в последнее время очень моден. Как тебе вообще этот герой? И... Классный. И вообще, вот эта вот тенденция по смене героев. Ну, то есть, герои меняются больше не потому, насколько они действительно сильные, а потому, насколько они в моде. То есть, Elder Titan, что, он уже давно в доте. И пикать что его начали... В моде. Пикать его в Китае, фирс пикали по КД. Ну, в Китае, сейчас... да. Европа же типа сейчас крутая, а они все своими стратегиями играют. Какая-то команда валерьянов пикнула Эдер Титана, поставила на мид. Ну что, у тебя ты на каждом левеле просто нюком это, наносишь 300 дэмэджа. То есть тебе нужно будет принести фласку вражескому мидеру. Я не знаю, кто там может стоять вообще против него. Ну, то есть могут, конечно, герои, но из серии он тебе стоит вообще ни в чем не отказывает. Он может наклеить, он может тебя тавить под тауэр, тебя легко убивать. А его ты, ну, типа, убьешь с любой сейф один, ну все, он убежит. Он этот мув спит, себе резист делает и говорит, а, все, счастливо, ребята. А если вы чуть-чуть подавите, то он еще вас всех поубивает. Из этой серии он все фармит, он себе может стакать лес, потому что он запушит линию, фармить этот лес, ультом, иллюзии, чем угодно. Все, он выбегает 28-го левела, ты бегаешь с 9-го, хотя ты вроде как молодец. Вот тебе и все. Потом он кидает на тебя иллюзию, любой герой нюкает, Ли на тебя нюкает, и ты 1300 хп героем погибаешь. В общем, китайцы тут впереди оказались, Европа в какой-то веке. Они, короче, играют Dota 1 же, много кто из них играл. А там они его, ну, то есть пикали очень долго. И вот они ждали, пока он появится здесь. Да, ну, а тут же он еще имбой. Последнее ВЦГ же как раз было, когда еще там первая Dota, вот LGD. Во, да, он first пиком уходил там. Да, действительно. А, читал ли ты новый ченджлог? Он, правда, буквально был перед матчем опубликован. Не, я читал, ну да, давненько читал его. А, ты уже читал? Ну, что тебе там понравилось такое? Ну, посмотрим, что будет. Я не видел еще, как оно на практике. Этот лес новый там, типа, вообще непонятно. То есть, это вражеский герой будет от того, что ты убил крипа лесного, он будет получать экспу. То есть, ну, если я правильно понял, что там написано, то это полный бред. Пикаешь Гондора и идешь к чену в чужой лес. Аки пятого, а ты девятого. Ура! А нравится тебе вообще, вот, когда, ну, меняется так дота часто, все время что-то новое... Ну, запарило уже, откровенно говоря, то, что сейчас имеется. То есть, слишком много изменений, хочется более какого-то... Ну, к чему-то привыкнуть хотя бы. Нет, наоборот, запарило то, что сейчас хочется что-то поменять. То есть, наоборот, поменять. Короче, эти изменения... Я теперь вот сейчас дота, ты пикаешь тролля, Эдлер Титана, на Икса. Ну, на Икса ничего не могу сказать, я сам им люблю играть. Герой, то есть, почти фривин. Ну, его с толком ничего не остановишь, если он правильно все делает. Он съедает тебя за 3 удара. То есть ты там как бы не комбинил спеллы, если он, ну, или ситуация позволяет, или игра не проиграна изначально для него, то ты практически всегда выиграл. Он фармит быстро и все, что хочешь делать быстро. Вот. То есть берешь вот этих трех героев и куда их хочешь оставляешь. Кто насосал, то не насосал. То же самое Фурион. У нас мы с Фурионом не умеем играть, тем самым не играем. То же самое Нага. Мы ее все время баним, чтобы враги там ничего не сделали, ну и при этом сами не пикаем. У нас есть, конечно, куча других заготовок и нарисовок. Ну, но вот это те герои, которые отказывают. Всем ты не переиграешь, наверное, огромный пул героев сейчас. И станет еще больше в скором времени. Ну что ж, спасибо тебе за интервью. Если какие-то приветы, благодарности, не знаю. Привет организаторам лиги. Спасибо, что я должен на ней играть и доходить куда-то. Дай бог, чтоб нас выбили. У тебя, кстати, еще в группе Дигнит. Еще три американские команды. Спасибо. А, там еще какие-то, кроме Дигнит, есть? Да. Желаю, чтоб выбили нас оттуда, и больше я в нее не заходил. Ладно, спасибо тебе огромное. И спасибо. До скорых встреч. Пока. Ну что, это был Хвост. В общем, такое интервью. Да, Хвост расстроен. Я бы сказал, что он в легком рейдже после поражения из-за этого пинга. Ну, в общем-то, теперь окончательно все. Всем счастливо. До 20 числа. Завтра у нас матч не намечается. Увидимся на матче Mouse Sports, по-моему, против Dignitas. Следите за апдейтами. Всем пока.